Здравствуйте, дорогие ютубовцы! Приветствую вас на своем канале Лепус52, и я Леонид Андреевич Пустовойтов, начинающий токарь по дереву. Сегодня я решил изготовить небольшой проект, небольшую шкатулку из липы, которую поела гниль. Но поела, как говорится, не всю, а просто-напросто очень красиво раскрасила это дерево. Вот что она из себя представляет. Это то, из чего я буду изготавливать данную шкатулку. Как она у меня получится и что из этого выйдет, ну это, как говорится, судить вам. Но я так думаю, что то, что я задумал, оно обязательно выполнится. Я сразу хочу к вам обратиться с такими вопросами, что мне можно писать все, что вы думаете о моей работе. Я никогда не обижаюсь, а беру и принимаю это к сведению. За последнее время у меня уже немножко лучше стала получаться токарка. Поэтому что и дальше, как, пожалуйста, смотрите, оценивайте, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, что у меня вышло.
Давайте. Что получилось, то получилось. Итак, благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Кто смотрит, подписывайтесь на мой канал. Итак, еще раз. До свидания. Всем удачи и успехов. Вот закончился мой проект. Закончил я точить. Я выточил, как и говорил, шкатулку. Я уже ее на столике крутящимся показывал. Вы ее видели. Вот еще раз я вам показываю после того, что с ней произошло после того, когда я нанес масло. Помимо того, что я нанес масло, я еще сделал насечку, орнамент. Вот, если видно, кольцо. И здесь маленькая насечка меселем. Вот. Здесь, соответственно, внизу стоит мой штампик, прорывистое кольцо и буква L. Вот крышечка от этой шкатулки. На ней был сучок. Вот видите вы этот сучок. Я его не стал убирать. Наоборот, мне кажется, так более красивее. Масло-воск, конечно, не дает такой блеск, который хотелось бы, но все-таки шкатулка, мне кажется, получилась очень даже хорошо. Оцените мою, пожалуйста, работу. Ставьте лайки, ставьте безлайки, дизлайки. Пишите все, что вы думаете об этом. Может, кто-то что-то подскажет интересное в моей работе. Я обязательно ко всему этому прислушаюсь. У меня на данный момент всего-навсего 26 подписчиков. Я не знаю, почему люди не подписываются на мой канал. Наверное, из-за того, что он пока не интересен. И того, чтобы видели, ну, пока нету. Я вот смотрю на другие каналы. У некоторых по 3000 подписчиков, по 700, по 120 и так далее. Но я думаю, что со временем у меня тоже будет такое количество подписчиков. Я всего-навсего работаю и занимаюсь токаркой каких-то полгода. Ну, и считаю, что за это время я достиг кое-какого прогресса. Большинство замечаний, которые мне высказывали, я пытаюсь устранять. И устраняю. Поэтому прошу вас, подсказывайте, говорите. Итак, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. До свидания. Всего всем хорошего. Удачи и успехов в вашей работе. Спасибо большое.